Ребята, всем здрасте! Вы на канале «Пиратская жизнь». Да, с вами Нино и Вавану. Нино и Вавану. Вавану, да? Вавану. Вавану, будь любезен, дай мне русской горчицы. Боюсь. Ну, какой-нибудь просто горчицы. Сам такой и не лечишься. Я вот тебе уже все приготовила. Смотри, скатерть самобранкой послужила. Да. Вон, видишь, клубничку даже, которую мы вчера так и не добрались до нее. Да. Вот может хоть сегодня доберемся. Да. До вот этой вкусняшки. Никого не будет. Да. Вчера мы так это хотела, и все. И нас, видите, это оборвали. Ты хотела. Ну да. Не, ну мы вчера же попробовали. Прежде чем вот это использовать, нужно стряхивать. Попка. Ну красиво. Там будет более густой. Да? Да. Сливки эти. Давай тогда начнем сразу с этого. А то вчера мы всех побрили. Да, вот дальше. Да, давай. Да. Он показывает умение стряхивать. Давай мне на клубничку. Молодец, хорошо сбил. Сейчас это, и так красный. Не. О, смотри, во. И шо? Не жалей. Ну что капнем? Хватит тебе. Мало. Редиску. Давай. Вкусно. О, ты какая прелесть. Тоже решил. Да. Вначале со сладкого. А что так мало-то? Вон, смотри, вот видишь, брызгал и все же стрёс. Ну, красиво. Ну, ты так берешь, смотри, стряхиваешь. А более густая. И вон, теперь все в сливку. Что ты делаешь? Вкусная такая вещь, прям вообще. Можешь понравиться. Так, ладно, давайте кушать уже наконец. Давай в следующем телек. Хочу сидеть. Без телека. Мне без телека как-то стрёмно. Вкусно, да? Угу. А ну ты сама сразу не сдала? Я осваиваю английский язык вместе с мамой, чтобы отправиться в путешествие. Да, вкусно получилось. Я только взяла клубничку, только это навела. И тут и все, и хрен. Так что сегодня мы начали с того, чем закончили вчера. Да. Ну, там. Не, вкусный клубник-то, а? Согласись? Да вот турецкая клубника. Мне очень, кстати, понравилось. Что ты включила? Как там срутся? Там сейчас новости будут. Я хочу быть в курсе новостей. Ну, какой ветер завывает. Вообще жуть. Я просто сейчас стояла, готовила это. Это я думаю, у меня чайник еще вскипел. Вообще тебе, да. МЧС предупреждал. Присылал. Все, мы тебя стричь будем. Местами порывистый ветер. Мы тебя сегодня стричь будем и готовить будем. До 21 метра в секунду. Да? Вот это он и есть. А еще, кстати, того рецепта, который ты сказал, это для маленьких порций так делается. А у тебя? Вообще-то там 8. А 8 порций? Да. И что, как там делается? Только еще раз повторяю. Полчаса это все делается. Полчаса? У нас просто курица 1,5 килограмма. Чего? Явно не 8. Явно 15. Там вообще написано на 0,5 кило. Это. Вот. Ну, а у нас 1,5. 0,5 кило грудки и 400 грамм грибов. Ну, а кто рал? Нахрена столько грибов? Да. Я же говорю, что нормально. Да. Ой, какая жесткая. Ой. Горчица прям злая. На, на тебя. Чудо, я еще и нафигачил ее. От души. Совсем прям злая, да? Ага. Говорю, вот огурец. Здесь всего-то один огурец. Я так разложила, что прям... Роллы 2 дня назад ели. До сих пор имбирь доедаем. От ролла.
представляете, сколько их было? Ну да. Не, ну а что? Вот мне, кстати, Юля пишет, Юля Тютикова. Юленька, привет, кстати, тебе. Пишет, мне нравится, у вас всегда на столе есть овощи и фрукты. Я стараюсь. А что, вот у нас основное блюдо, это яичница с колбасой и сосиски. А это так, дополнение. Заметьте, даже без хлеба едим. Да. А, кстати, уж пожалуйста, там комментарий одна пись. Ой, у нас 10 яиц на семью из 5 человек на неделю хватает. Не, это, конечно, прям удивительно. По одному яйцу на неделю? Или? На неделю здесь 10 яиц хватает. Да, да, да. Подожди. По одному яйцу? На неделю, в неделю 7 дней. Значит, они едят? Один раз в неделю. Полтора яйца в день на 5 человек. Полтора яйца в день на 5 человек. Чисто даже гипотетически, знаете, ну, да, может быть, там, конечно, не все яйца едят. Не, они просто едят как в армии. Да? Одно яйцо вареное в неделю. Одно яйцо вареное в неделю? Мне кажется, это мало. Как вы считаете, вот одно яйцо вареное в неделю, это много или мало? Вообще, в армии, да, едят 2 яйца в неделю. 2? В неделю. А в Китае употребляют в среднем один китаец за месяц. Сколько? Около 300 яиц. Ну не 300, ты же пиздишь. Не, они много едят яиц. Но не 300. В среднем. За месяц. Да. 10 яиц в день? Не ври. Да. Нет, ну яйца 3, наверное, мне кажется. Ну. Ну, около не больше сотки. Больше 10. Некоторые даже едят. Нет, ну я согласна, там даже в Азии вот они очень любят это рис с яйцом. Да. Еще там что-то готовят тоже с яйцом. То есть вот если ну, вот это все этого... учитывается. Mm-hmm. Сколько яиц. То есть... Больше всех съедят это китайцы. Так, я не знаю, чем это связано, но вот такой. А в Китае дохрена долгожительный и семьи у них большие. Да, который едят яйца, да? Mm-hmm. И кладет скакрульки. Нет, я про то, что, не знаю, если вы едите 10 яиц в неделю на 5 человек, да, это ваша проблема. Мы едим вот, у нас десятка 2 уходит за неделю. Если омлет мы не каждый день едим. А если едим, то я сразу делаю нормально. Здесь 5 яиц. Просто на нас... там, как есть, в каком виде. Угу. Жареным, вареным, в мешочек. Я помню, там было 3 минуты, 5 минут. Да, ты думаешь, пора в отеле прямо сейчас дорогу. Поэтому, знаете, кто как ест, это все индивидуально. То, что вы едите 3 яйца в неделю, там, не знаю. А может, у вас нету, блин, возможности да. есть? Меня больше наталкивает на мысль, что у вас просто нет возможности покупать больше яиц. Да, на неделю. Да. Ну, блин, действительно, почитаешь, такой бред пишет вообще. Прям вот, вот и вашего стола на семью из 50... Не, я согласна. Многие люди едят вон очень мало. Он, я же в армии 2 яйца дают. Вон, его племянница тоже мало ест. Но... Как бы не все такие. У нас обычный стол. Да, что не нравится. Мне отлично все нравится. Я стараюсь. Я, знаете, меня мама так приучила, чтобы всегда было все вдоль. Лучше что-то не доесть, чем чего-то будет не хватать. Все. Чем потом ходить и украдкой, там искать что-то, доедать и так далее. Мы сейчас один раз наелись, второй раз мы поедим вечером. Все. И проснусь два раза в день. А многие, ну там позавтракают немножко, а потом целый день. То плюшку, то какую-нибудь конфетку, то еще там что-нибудь. В итоге не замечают, сколько они съедают, да. Он целый день пью. Я просто чай попил. Да. А я к чаю. Не замечаю. Именно так. А мы с собой деляем два раза в день едим и все. Надо даже чай пьем. Даже чай не пью. Утром. Ну, кофе максимум выпьем, когда гуляем. И то вчерашний маффин, это было прям исключение. Никогда. Нет. На работе, когда питаюсь.
А чай пью только утром. Слушай, там, знаешь, там одна девушка просила рассказать про твою, как ты служил в армии и про твою работу. Ну как? Расскажи. Чего? Ну как ты не знаешь? Владимир нас служил в ВМФ. И что? Да, военно-морской флот. Так же, как все служат. Да, так же, как и все. А служил он в Питере. Да? В чем? На крейсере «Аврора». Прошу заметить. Мы там спали. У нас там была кухня, и мы там спали. Нашим, короче, там это имел место быть. Да? И это не музей. Это не только музей. Вот так вот. Если надо, там уж мальнут. Из пушечки. Не, кстати, а что, мы вот были-то в Питере. Там куча матросов. По зимнему. Там куча матросов-то было. Нафига. И боцманы, и матросы. И полно там людей. Шастает. А работает в ОВА охранником. Ну, если учесть, что там высшее... Что? Учебное военно-морское заведение находится. Да? Имени Фрунзе. Да. Там должно быть их много. А работает Владимир Павлович охранником. Когда мы с ним только познакомились, он сказал, что он менеджер видеонаблюдения. Это оператор. А, ну да, извините. Это же выше. Не, менеджер это я, как говорится, это... Менеджер по клининговой уборке. Ты, да. Была. Обычная работа, обычных людей. Как все. Да питаемся мы. А что такого у нас необычно? Что, у людей нет денег, извините, сходить купить 200 грамм клубники, что ли? За 100 рублей? Ну это грустно, если так. Вообще-то 80. 80 рублей. А по 40. А по 40 уже? 40. Не, просто я покупал 49 было. Ну да. А за 100 грамм. Это 49 ну. рублей. Ну и что? Ну. И что? Падают ничего сольют. И чё? 80 рублей. Я говорю, 200 рублей, 200 грамм купили. На 100 рублей. Ну. Там больше 200. Ну, это в прошлый раз я покупала 200, а в этот раз, по-моему, 400 взяла. Ну, потому что я брала сразу на 2. Там-то я надела, что я одна съем. А в итоге я все равно тебя оставила. Друзья, мне очень нравятся вот эти вот сосиски. Аппетитные. Прям вообще. Они как сосиски идут, да? Да. Но они как это. Сосиска сардельки. Сосисковые сардельки. Я бы сказал, шпикачки. Ну, шпикачки, они... А, кстати, они же есть и в натуральной оболочке, и искусственные. Нет. Ветер прям чувствуешь, да? Прям завывает. У тебя окошко открыто? А, не открыто. Там, кстати, надо на лоджию закрыть. Я что-то утром сегодня примерзло. Да. Да. Что это было? Под одеялом. Кровать большая, ты откатился на другой конец. И что? Ты все равно в кокон скручиваешься. Потом просыпаюсь, и я красивая бабочка. Сбирайся. Да, капустница это тоже бабочка. Что? Что хлеб не ешь? Ну что, я близко. Слушай, как я прямо от души наелась. А еще, ты знаешь, я сейчас лежала. Что, кушать захотела? Да, вот реально прям кушать захотела. Потому что вчера ты ничего не ела, почти. Ой, да ладно, ничего не ела. У нас по стейку было, по солености и по картошке. И ты ничего не ела? Угу. Да, конечно. Просто уже, как говорится, организм хочет кусить. Кусить хочет. Беда. Я уже устала его. По 10 раз убирать. Давай. А? Убирай. Да ешь, Андрей. Ты не хочешь? Mm-mm. Ну и так.
А это будешь масло? Господи. В какой-то веке Вован сказал, что что-то не хочет. Офигеть. Да, с ума сойти. Я уже думала, имбирь, давай куда идем чуть-чуть. Давай. Не хочу портить вкус. Кого? А, перед клубничкой? Ну, тут все равно клубник остался. Все, доели. Допили. Все. Давай. Теперь сладенькое. Можно, как говорится, и сладенького. Кушать. А что она в черном? Траву какую-то? Просто ты прямо даже отсюда смотри. А. Слышишь? У нас здесь это выдувалка, как, ну, как канализация какая-то. Короче, воздуховод. Вентиляция. Да, во-во-во, точно. Вот, и даже через нее прям дует. Там, слушай, наверное, дверь открыта. Да. Надо, короче. Я хочу завтра съездить сама в обе. Вот, и куплю шланги. Какие эти шланги? Сливные. Нужно посмотреть, как, кстати, сколько труба диаметра. Чего сколько? Сколько вот эти вот трубы, которые он поставил диаметр? Зачем? Ну, чтобы, блин, шланг нормальный купить. Обычный стандартный трубы. А сколько они? Полдюйма. Полдюйма? Да. А в сантиметр? Не знаю. О, монтанки показывают. Ну, мери. Наши. Третий. Украинцы. Mm-hmm. Там все. Так, будешь клубнику? А я у меня что? А это вишня. А клубнику будешь с отбитыми сливком? Нет. Ты любишь. Я любитель, да. Я тебе еще вечером с тобой буду издеваться над тобой. Возьму тебе так, пш, пш, а потом... Издеватель. Переводит продукт тут. Ну да, с тебя он не очень вкусный. Так, вот, ребятки, смотрите, капает. Капает, что там? Мне кажется, он просто растаял. Наверное, здесь холодненькое. Стряхивайте. О, Нижегородская область, что там? Что? Паудок. Мне кажется, она из-за того, что она а тепле. А ты где ее держала? А? Где ее держала? Кого? Холодненькие. Где? На стенке. Ну вот тебе ответ. И чё? Не остыла она. Всю ночь там стояла, не остыла. Так. Ну, коронавирус, как всегда. Слушайте, вы как вы думаете, через какое время у нас все остановится, закончится? Никогда. Когда спокойно сможем ездить за границу без никогда. Тестов? Когда мы сможем ходить без масок? Никогда. Вообще, вот чисто, давайте гипотетически порассуждаем в комментариях. Год, два, три. Сколько? Ага. По жизни. Давай. Клубничку. До тех пор, пока ты не научишься. Вырабатывается иммунитет, как грипп. Так вот. Вкусно. Сегодня нужно приготовить, тебя постричь. Ну, припустилось зерно. Кстати, вчера прошлись. Вон. Вчера прошлись, говорю. У нас в прихожей, он как вот пилил вот эту вот дырку, так там и осталось все. Сверлил очень. Угу. Спутник Ви опять рекламируют. Почему они такие? Почему они пышно меня остаются? Ультрапастеризованные. Ваниль. Ванильные. Надо мороженое, кстати, оставить. Немножко. Вкусно. Клубника? Стряхивай. Угу. Сейчас стряхну, блин. Ты туда крой. Стряхивай. Думаешь, из-за этого? А если нет? Чего? На, потряси. Я потряси, да?
Ты трясу. Все, нормально? Давай. То есть, грубо говоря, это сливки сам взбиваешь и все, да? А так они просто под давлением выходят? Да. Ну, они там оседают. Они ж не вот. То есть, прежде чем это, нужно самому взбить сливки. Давай. Не, они готовые. Хорошо, снимай. Взбивать немножко. Ну, знаешь, теперь все оседают. В сливках. Понимаешь, что испачкал? Да. Ну, это все вот там, внутри. Все испачкал. Ну, а если нет, то смотрим. То же самое. Так что. И только еще хуже, блядь, стало. Ага. И ржет еще сидит. Сука, я сейчас не сливка. Он сидит еще ржет. Хорошо. Только хуже делал. Да, да. Почитаю там. Как их использовать. А знаешь, как выстряхивать нужно? Крышкой вниз. Чего? Чего? Хорошо, не тебя уже. Я их так выпью. Ну, они прям совсем жидкие. Ну, что, согреешь, пожалуйста? Вот так вот. Купаешь дорогущие сливки. Да. Бери клумбочку. Ну, давай. Просто их класть правильно. Вот эти две тебе? Хранить. Это мне вот одно. Да. Хранить надо правильно. Дай клубнику. Давай тебе. Надо мне. Не беру. У тебя вкусно. У меня какая-то прелесть. Это где 50? Турция 55 тысяч за чистка. Вообще жизнь. Там же туристический сезон. Что тебе там? Все. Сливки упали. Все, все съели. Все побаловались. Как говорится, надо честь знать. Ладно, мои хорошие. Всех любим, всех целуем. Мы пошли. Сейчас буду Вовчик на нас стричь. Потом будем готовить уже, да? Да. Все. Всех целую. Пока.